Смерть после плановой прививки. Во Львовской области в селе Нагирны 5-месячная девочка умерла на следующий день после вакцинации. Медики сейчас проводят анализы и пока не называют окончательную причину смерти. Родители же уверены, малышка умерла именно из-за прививки. Репортаж Софии Гордиенко. В селе Нагирное Самборского района о плановой вакцинации на время можно забыть. После смерти 5-месячной Виктории родители опасаются нести к медикам своих малышей. Родители не верили своему счастью. Их второй ребенок рос здоровым, развивался нормально и практически не болел. 2 недели назад Татьяна Пуколяк принесла свою 5-месячную дочь в сельский фельдшерско-акушерский пункт на плановую прививку. Спиталася, від чого прививка. Вона сказала, від дифтерії і в загальному гепатит. Но я не звернула уваги, бо я не знаю, в тому гепатит, чи то в загальному всі хвороби. Вона так сказала, і я не звернула на то уваги. Проблемы начались на следующий день. Обычно спокойная и некапризная Вика после вечернего купания вдруг начала кричать и задыхаться. Сразу вызвали скорую, однако врачи помочь так и не смогли. Девочка умерла в районной реанимации. Предварительное заключение – синдром внезапной смерти младенца. Однако родители Вики считают, виновата вакцина. Чому сам синдром раптової смерті не стався, наприклад, до вакцинації або набагато пізніше після вакцинації? А він якраз стався на слідуючий день після вакцинації. Як ви мені то можете пояснити? Він відповів, що не може мені ніяк це пояснити. Местный фельдшер показывает опечатанные сотрудниками правоохранительных органов ампулы французского производства. Сберегается у нас в холодильнику. Леся Кушни рассказывает, девочке она ввела 2 препарата. Так называемый ИПВ против дифтерии, коклюша и столбняка, и тетрахип, профилактику от гепатита. Женщина говорит, этими же вакцинами привили всех 16 грудничков в селе. Осложнений ни у кого не было. Цією вакциною дитина була другий раз привита. І цією вакциною, цією серією була не одна дитина привита в Нагірному, і реакції ніякої ні одної дитини не було. Ні температури, ніяких більше побічних дій. Пока прокуратура Самборского района изучает все обстоятельства смерти ребенка. Проводит собственное расследование и областное управление здоровья. Его результаты обещают обнародовать уже на следующей неделе, когда будут сделаны окончательные лабораторные исследования. София Гордиенко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львовская область.